Хей-йоу, мой дорогой друг, с тобой я, Рамзес, и сегодня мы с тобой поиграем в игру под названием The Forest. Со мной сегодня ребята Антоша, Влад, Артём, ссылочки на их один Twitch канал, второй Артём. Я просто две серии подряд пишу, поэтому ролик начинается с последней заставки. Я считаю, что это гениально. В прошлую серию я записал, и я потом... Я под конец только понял, что я записываю. Знаешь, проблема вот эта была. Потому что меня игра очень затянула, мне так интересно играть стало. А прохождение же тоже надо записать. Это как бы без этого никуда. Мы ж пройдем ее, да? Да, сейчас вот. Я уже чувствую, что я ее наполовину прошел. Максимально реализовался. Почему здесь, блядь, два телефона? Мы достраиваем дом. Освещение сделать, потому что вообще ни черта не видно. Или давайте ложиться спать, что ли. Ну то вниз идти, давайте строиться. Осторожно. Нам осталось-то всего 20 бревен, ребят. Обернись. Обернись, улыбнись. И у нас, считай, готовый домик будет. Шикарный, кстати, домик очень. А что, крыша так, по приколу? Нет, это будет второй этаж. Нет, мы потом увеличивать будем, да. Кого, крышу? Крышу? Ебать, скример. Пошли спать, короче, пошли. Да с зажигалкой бегай. Я вижу, все, мне еще в светильник въебало светит. Свет. Цель не нажимать, да, насколько я помню? Да, лучше не надо. Мышку почему-то уже давать. Ребята, я застрял. В чем? А нет, все. Кролик. Давайте идите ко мне. Артём, у тебя что нет? Кролик у Артёма что больше нету мышек? Алло. Да ты подожди, ты мы бревна хотя бы стаскаем, которые тут лежат. Ко мне. Давайте. А чё ты слепой-то такой? Понять не могу. Видно же все. Господа, идите сюда, алло. Чё ты доебался-то? Можно стука всякая пеной сделать. Чё делать? Z? Да, Z. Да. Все, 3 из 4, кто последний? Рома. Сегодня тут лох. Рома. Все. Ачивку дали. Шикарно, все. А че, все? Жрать хочу. Да, несите блядь, еды. Это хата на один день, мы что там, блядь, друг на друге спали? Вот, ну да. Тебе что-то не нравится? Кто-нибудь воды хочет? Я вот хочу... Не, воды пока есть, газировка. Я могу просто показать, где. Давай ты принесешь еды. Я буду тебе чрезмерно благодарен. Ловушку для кроликов давайте делать. Или... Она есть уже. Она же есть. Еще только. Надо, еще надо. Их надо много. И возле дома поставить клетку для кроликов. Зачем вам, блядь, эти... Че вам надо? Еда нужна. Я принеси нужна. Аборигена. В общем-то, мы таким вот... Сделал его. Не легким способом рубим деревья. Я наложил лук. Наша главная цель этой игры это как бы найти ребенка своего сына. Я, кстати, фотку нашел уже. Хорош. Но нам надо сейчас все равно отготовиться. Надеюсь, хотя бы в 4-й серии или в 5-й мы залетим уже в подземелье вот эти ебаные. Подземелье, алло, ты че? Ну так-то да, что-то я загнул. Че, без смерти? Я прям сейчас пойду скачал. Нет, на 5-ю да, я что-то загнал, малех. Ну ничего. Слишком самоуверен. Главное, скажите, где я найду и все порешу. Пока я иду, берите, пока готовят, готов фурник. Где? Вон на огне прям. А чё? От души. Поел, вообще сытно стало. Так, сейчас начнем строить лестницу, смотри. Там скоро все спалится, идите кушать. А я уже понял, все. Я тоже пахал. Там еще есть, что еда осталось. Ну, а куда? Так, чё, я так-то делаю лестницу? Я делаю лестницу уже. Подожди, а почему я не могу дверь открыть? Это бревна должны были валяться. Потому что она закрыта с той стороны. Я не могу дверь открыть. Подожди, зайдем туда через другое отверстие. Какое? Ты тут не сделано. Ты в смысле, ты сделал такую дверь, что она снаружи закрывается? Нет, внутри закрывается. Да, подожди, я лестницу делаю. Гениально. Блин, ё-моё. Чё делать? Да подожди, ты я лестницу сейчас крафтим, да и все, в чем проблема-то. Где помыться, блять, можно? Я где-то. 8 бревен надо, Влад. Вообще. В смысле, а че? А как я только что смогу дверь открыть? А внизу, если что, есть еще. Слушай, я дверь открыл. Прокатится. Я тоже открыл, я не знаю, что у Влада за проблема. Слышишь? Вот, дверь-то открывается, что ты тупишь? Где? У нас дома. Ли? Подпрыгни. Вон. Блять, я дебил. Я в костер запрыгнул случайно. Ах, гадина, ну уйди отсюда.
я ушел. Вот теперь я закрыл. А вот теперь я открыл, попробую еще раз. Ой. Новогодние серии, они такие. А вообще ты жадный? По 30 минут тяжеленные. Отойди. Ну вот, вот это что, вот, вот в другую сторону сейчас отойду, в угол, вот в угол отошел. Вот, видишь, я не могу зайти. Чем главное смотреть тяжело, а играть вообще вот немножко. Играть интересно вообще, на самом деле. Особенно, видишь, когда ты не один это. Ну-ка, сейчас, подожди. Ребят, блядь, вы что с дверью, серьезно разбираетесь? Вот, все, видишь? А как ты зашел, алло? Я подпрыгнул. Подпрыгни. А когда ты подпрыгнул? Смотри. Я тоже сейчас прыгаю, ничего подобного. Все, я зашел, в чем проблема-то? А ты-то как зашел? Я реально зайти не могу. Я тут немножко с лестницей прокосячил, я только что понял. Подождите. Она кривая. Все, наконец. Зашел. Сука, с 8 бревен одно выпало. Подожди. Лестницу надо внутри делать. Ты внутри хочешь? Давай внутри. Да. А как иначе? Ну, не знаю. Пока заберу эти, наверное. Кто дверь закрыл, брёвна, сука, такая? Различные. А, нет. Все открыто. Дверь не закрыта. А, нет, это маленькая еще. Подожди, я сделаю так свою что, лестницу. Этот, как его, ловушку на кролика-то здесь ставим, метр? Стена с дверью, простая лестница, деревянный мост, каменная стена, свои ступени еще. Во, я сделал. Чекай. Сделал? Да. Да, почему, а почему не вижу? Ну, в смысле, сейчас, подожди секундочку. Вот так. А, ну, все хорош. Пойдет, но только 8. Там она выходит, походу, за пределы дома. Подожди. Скажите, да. Не, давай маленькую. Платформа, она будет больше, чем сам дом. Ой, господи, что за ветер? У кого-нибудь ветки-то вообще есть, нет? Подожди. Ветки? Слушай, на стойке, по-моему, есть. Нет, нет, пусто. Но они внизу все. Мне ветки нужны там, пока капкан на этот нужно поздеть. Гоша, у меня хуячий двух аборигенов. Понял, стоишь там. Я снова зайти не могу, какого? Сбеги. О, найсурон, 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 бледина. Так давай, Влад, таскать также деревья. Okay. Вот эту маленькую построим, потом платформу, еще одну маленькую на поворот. Да, я согласен, заходить в этот давай дом, конечно. Возьмем, давай тачку возьми. Я сейчас тогда проконструирую эту всю историю. Ну, блять, у меня лекарств нет. Не сдохни только там, там. У меня, по-моему, лекарства где-то были, но... Да я знаю, что лежат в гараже, я, блядь, это... Не, они у меня в гараже. По-моему. Поделись. И где он красите находится? Красите мне армор. Он далеко армор находится, я же не успел до него добежать никак. Ну правда, игра затягивает, я прям даже ничего говорить не могу на камеру. Я просто сижу и играю, типа, с открытым ртом, блять, как это охуенно, это выглядит классно. Ого. Да. Поэтому, ребят, я вам говорю, качайте Warzone, пошли в Warzone. Качайте War Thunder. Пошлите War Thunder, да. Кстати, почему мне не пишется интеграция War Thunder, ёпта? Мы вас только что прорекламировали. Warzone, алё. Warzone не напишет, а у нас в России её нет. Её нельзя играть, Влад. Да. Мысли нельзя, я как хорошие отзывы, доступны в вашем регионе. Так что извините, ребят. Делайте казахстанский аккаунт и все. Ну да, конечно. А я где играю? Я играю в своей любимой стране, в России. Андрюха-то в Казахстане играет. По версии Steam. Игра у нас не запрещена, если что, на видеохостингах. Так-то. Я знаю. Но я не хочу создавать другой аккаунт, я люблю свою страну. Почему я должен создавать другой аккаунт? Мне просто лень. Блин, просто сделай ей с похожим именем и все. Ты че? Я хочу, чтобы тебя арестовали просто. А что? Скажи, что Россия твоя любимая страна. Ну, поскольку я пока ни в какой другой не жил, так что да, Россия моя любимая страна. Все, меня устраивает. А чё, вот, а чё? Мне пока что не с чем сравнивать, так что, ну а чё, я лукавлю, что ли? Так ещё капкан за это поставил. Хорош. Делай казахстанский аккаунт. Блять, как я проебали. Счастье. Охуеть, я выжил. Было страшно. Ну не очень, да. Я так купил мародеров. Лично я обосрался. Я таким образом купил мародеров. Это игра типа Таркова, но только Первая мировая в космосе. Шикарно. Не, честно, если честно, мне просто впадло, типа, создавать аккаунт, что-то париться, вот это все. Это не Первая мировая, теперь это Первая вселенская. Можно сказать и так.
Три бревна осталось, еще лестница. Ну там еще вот, еще гитарда. Блин, уже несу, два уже несу бревна. Блять, блин, в заход в дом это, конечно, отдельное порево. В смысле, они могли нормальную лестницу поставить? Подожди, ты, я сделаю сейчас, что ты паникуешь вечно. Что это такое вообще? Что за полурослик? Это что, Шевцов? Вот и такой вот полый. А, вообще там платформа должна была быть так-то, я просто ее пролистал. Подожди, что ты паришь мне мозг? А все мозг паришь. Убить кто бригену дома. Подожди, что-то я затупил вообще жестко. Не могу сделать. Блин. Опа. Блин. Такое что-то тоже, как еще, слушай, там еще мясо из того. Ух, ты что-то. Я могу сделать пол с дыркой. Почему? А, потому что я просто его ставлю, а он оно сплошное. То есть, если мы его сделаем, то это будет как крыша. Подожди, сначала надо лестницу сделать, потом все делать остальное. Это понятно, лестницу, но какой от нее смысл, если мы подниматься нам не на что просто. Да сделаем мы, подожди. Это как его, слушайте, я забыл, что я хотел. О, слушай, я нашел какой-то прорезатель. Да, это он и есть. Походу, он может делать дырки в этих штуках, поэтому... Сейчас я полный этаж поставлю. Нужно 14 бревен. Убери, пожалуйста, убери, я не могу ты построить. Ты сам убрать можешь. Я не могу поставить теперь, сука. На чем пустой? Ты сам можешь. Да, блять, убери, нет, пожалуйста. Я не могу, я не могу. Я тебя вырублю, дядя. Не ставьте ничего, вот. Я вот лестницу здесь вообще поставил охеренную. Блин, почему ты ее делаешь несколько этапов? Потому что так она работает, по всей видимости, я не разобрался. В смысле, из тупей неспокойно бы поставил. Вон, на плоту человек плывет. Выключи рацию. Она не ставится как надо, короче. Сейчас будет громко, сука. Почему ты азиат? Не тот механизм. Кусок дерьма, блядь. Чтоб, блядь, тебя нахуй фуру сбил. Так ты поставишь или нет, ё-моё? Пол сейчас поставлю. Смотри, ставлю Ставь, пол. Ставь, ё-моё. Чё так долго-то? Блядь, подожди, я просто не то выбрал. Секундочку буквально. Это я. Я вообще не понял. Давай я поставлю, а. Подожди, я прорезателем пытался пользоваться. Так сначала этот поставить надо, а потом уже прорезателем пользоваться. Хорошо. Иди за досками. Все, давай, я пошел еще за бревнами. Нет, так, мне попить надо чем что-то. Че мне нужен тот, мне интересно, вот этот сборник это не то. Лысый китаец, блядь. О чем я говорю? Нет, это как его... Как звали этого-то? Не ниндзя-то этого. Блядь, не ниндзя, а каратэ... Джеки Чан, да. У меня просто Чингисхан, и я типа такой, блядь, это не то время. Это не те люди. Че-то вы, по-моему, перепутали. Немножко. Питайтесь ногами своими. А ты чё, сука, чем другим-то питаешься? Я сам. Беги, азиатка. Поплыли со мной. Куда? Блин, зачем я похилился только? Куда плыть-то? Я мясо зарубил. У меня тоже теперь есть мясо. Блин, у меня во время игры фуз почему-то задняя часть головы болит. Не попадает, не косил. Не знаю, почему. Да, ну ты, конечно, дал. С бревном там вообще есть, нет? Пока Антош изучает мир, бревен пока нет, там где-то Влад рубит. Иди к нему. Я делаю бревна, алло, у меня энергии нет, у меня пришлось алкоголь выпить, потому что нету воды. Иди туда. Крылья. Где черепаху найти можно? Немножко не хватило скорости. А типа копье можно кинуть и попробовать попасть. Сделай копье из двух палок. Копье из двух палок? Да. А немножко не хватило
скорости, а быстрее еще. Слишком долго. Ёбаная дверь, хуй в нее зайдешь. Ладно, я хотя бы бревно нашел. Магнат называется нашел бревно. Нормально. Надо же камин, наверное, сделать. В деревянном доме это хорошая идея? Да. Вполне. Так, чё, где? Ну, чуть позже его скрафтим, потому что сейчас что-то у нас только нету всего. Чё-то я не вижу, как его. Куда ушко поставил, вот его ушко, но она все так же бесполезна. Так, чё я хотел? Есть череп у кого-нибудь, это? Ребят? Есть. Воткни сюда, пожалуйста. Ща. Это как его? Как удочку-то скрафтить? Удочку, слушай, не знаю. Вот вообще сюда, Артём. Иду. Это лампа наш. Хотя бы свет немного будет. Есть еще череп? Не уверен, наверное. Есть. У меня есть два. Во, Влад построит еще эту штучку. Ой, блядь, извиняюсь, я просто выхожу. Дай. Ёпта, извиняюсь. Как-то случайно получается. Тут есть зимний биом. Да. Охуеть. Только не надо, не ходи туда, у тебя нет брони сейчас. Ты замерзнешь. Да, пока что тут ходить опасно. Крафтите, блядь, давай. Либо нахуй. А пока чего? Мы тут опускаемся, ты там игру пройдешь сейчас. Здесь короче, это какого? Здесь, короче, нету. Здесь, короче, удочки нету. Так, да, и нету. Можно копьем, да. Как копье, то есть, кажется. Две палки, сказал же, ё-моё. А, вы уже скворечник построили здесь? Просто типа две палки между собой, да, без этого. Две палки, и все, в меню крафта. Две палки, все. Без этого, без скотча там, да? Да! Мне сложно нажать на одну кнопку. И два клика мышкой. Есть проблема в том, что у меня палок просто с собой нету. Давай я. Я не смогу тебе скинуть. Не, все, я уже все, я собрал уже две палки. Так, первая палка, вторая палка. Объединяем. У меня получилась просто большая палка. Копье. А это что, не копье, по-твоему? Хватит мне тыкать уже. О, птица. Лето крыса. Я у тебя все равно что хп, теперь? По-моему, не снимаю. У меня куновый хп осталось, ты че? Да? Но я не знал. Да? Мы вчера с Антошей пробовали, не снималось. Я бревна привез. Где? Так у меня капец как мало энергии, видишь? Мне нужна еда. Да мы просто вот не захуярили плавучий дом. О, видишь? Снимает хп. У меня вроде не сняло, хз. Ай, блядь, я каждый раз забываю про этот ебаный костер. Нахуй он посередине тут стоит. Ставим. Виноват. Это не я его ставил. Кто, я что ли? Влад. Дайте пожрать спокойно. Есть у кого газировка там, я не знаю. В шкафу, скорее всего. Не пить ничего. Там уже все выпили. Остается немножко нам достроить. Еще одно бревно, сука, не хватает бревна. Там это для питья слева. Наблюдать за тем, как Влад заходит в дверь, это охеренно. Попрошу, пожалуйста, тайм-код на это. Где черепаха? Остается еще один, блядь, одно бревно, Влад, ёбаный сыр. Ты сам за ним пойти можешь. Так я знаю, тебе все равно еще рубить, надо нам надо еще стен столько сделать. Нашел. Ты не сможешь пока сделать, потому что у нас пол еще не готов, по-моему. А, он доделан, Я тебе говорю, одного бревна не хватает. Заебешься рубить. Я принесу. Тут он, походу, на дом падает. Нет, нам повезло. Вблизи дома ничего не рубить, не советую вообще. Тут есть акулы? Есть, по-моему. Видимо, вот она за мной, походу. Пришла по мою душу. Ай, блядь. Она может плот мне разъебашить? Ну, в принципе, если она разъебашит мне плот, я разъебашу ей ебало. Сильно. Очень. Блин, Рома, ты... А чё, блядь, ты хотел?
А где дом? Вот именно. У меня тот же вопрос. Это прорезатель так работает, не спрашивай. А где? Не спрашивай, да. Бля. А сегодня что, суббота? Да. По субботам я дома не ломаю, да? Не, просто прикол в том, что типа я... Я вчера уже был выходной, я просто не понимаю, уже мне кажется, что я в столе сквозь воскресенье, я уже ничего не понимаю. У кого есть много палок? Блять. Да, много камней. Тебе тут камни нужны? Ома, ты... Небольшая часть в доме просто заминирована была, видимо. Представим так, такую РП-ситуацию. Да, конечно. Да. Я достраиваю тут стены, возвращаю все в исходное состояние. Блять, да нахуй, они сами ставятся, подожди, я уберу их. Милка. Хочу. Доносим еще сколько-то там дохуя бревен. Да в рот копать. Давай не будем больше прорезателем пользоваться, ну серьезно. Блин, а как иначе ты сделаешь дырку в полу? Я сделал уже, меня устраивает там дырочка такая, блядь, ценой, блядь, пол стены нахуй. А кролик? Ловушку для кролика кто-нибудь проверьте, пока совсем не стемнело. Да, нет, там пусто уже все. Я проверял. Надо в другом месте, значит, ставить. У нас слишком близко к цивилизации. Я двух поставил уже. Стаху все равно. То есть первый мне. Но они работают. 100%. Сколько сильно дамажит копье? А хуй знает. Ну за 5 ударов может полностью ХП убрать. На животный снова удар. А на животный снова удар. Шикарно, остается рубить. Остается рубить бесконечно долго. Так, ну растение это алоэ? Или нет? Ой, я отравился, походу. Шикарно. Я, походу, отравился, ребят. Ну, типа, когда ты два раза ешь, то тебе отравление пойдет. Понимаю. Артём, блядь, уже просчитал все. Мне просто там написано, что при отравлении ищите алоэ вера. Я не знаю, как оно выглядит, поэтому ем все подряд. Какие раз убиваю я аборигена с пяти, да? Наверное. Попался кролик, попался кролик, слушайте. Ну вот. 6, ну нужно 7, их побольше расставить 8, и клетку для кроликов 9, здесь сделать 10, возле дома. 11, 12, 13. С него зубы, зубья только падают, блядь, 14. Главное тебе на босса не нарваться. Да мне похуй. Главное на монстра не нарваться, абориген это так хуйня. А монстры типа с желтыми руками, да, с такими? Нет, нет, монстры там другое совсем, там даже не люди. Там куда интереснее. Ну, подобие на них. Ну, ты еще они разные бывают, а еще есть типа миграции. Их, по-моему, три разновидности или больше. Больше. Ну, пойду захуярю парочку. Эту хуйню тоже снести, блядь, посередине дома. Иди, Влад, делай дыру в стене, заебал. Ща, погоди, дай бревну принесу. Я сейчас выебу. В смысле, я ломаю одно, почему ломается весь дом-то? Гениально. Я стойку ломал, но нас въебало опять пол стены. Очень ничего нового. Пиздец, тут дуть будет, ребята. Я вам говорю. Я ничего не вижу. Ой, а че? Пизда. В полных потьмах везу эту чертову тележку. Придется снести опять стены. О, спасибо. Стены, которые я не очень. Аборигена, если что. Ебанись. Пиздец, у нас даже крыши теперь нет. В пизду эту хуйню, это вообще нереально. Его весь пошу повело. Ух ты, ебать! Что такое? Этот дом весь повело, его надо все стены да перестраивать, я блядь. Чел, блядь, и загорелся, сука. Ну все, ребят, это пизда. У меня из-за тебя голова сгорела, блядь. У меня жопа, блядь, сгорела. Тебе еще на нахуй добавок, блядь. Че виноват? Команда Dream Team. Я предлагаю поспать.
Ну я вот пытаюсь лечь, у меня не могу лечь. Знаете, потому что я как понимаю, лучше типа не идти на инструктора по выживанию. Там полдома схуярило вообще снегу. Там даже крыши уже не осталось, там все настолько плохо. Я буду спать снаружи. А почему я не могу спать-то? Да потому что подождать надо. Вот, еще можно. Все. Да, блять, только спускаться. Кто последний? А, еще двое. Алло. Да сейчас я лягу, подождите. Давай. Я одного ждем. Я лег уже. Вышел? Кто-то такой сначала загрузился в сон, потом вышел. Короче, на этой ноте мы опять заканчиваем уже третью серию, блять. Уже час Форест играем, ребят. Поздравляю, первый час в игре. За сколько часов пройдем? Броню скрафтите мне, сука. Там пиздец дому. Видишь, у него все стены повело. Из них дуть блядь, будет. Он все нахуй. Уже попробовать сначала пол сделать, а потом уже лестница. Вот я уже думаю, что так. Сейчас я сделаю, погоди. Давай крафтишь ты, я просто стаскиваю все в пизду. Хорошо, давай, иди, тащи мне тогда бревна. Иди в лес. У тебя и тележка вон есть. Давай сюда, давай, все вот это нахуй. Так, ты попрощался уже или нет? Мне кажется, нет. Где хилка, блядь? Дайте хило. Подорожник есть, хапу. О, кстати, знаете. Только сейчас очень сильно. Я вам в комплекте одежды. Я предлагаю нам как-нибудь провести стрим 24-часовой. По Форесту. Новогодний будет, скорее всего. Больше нет? Ну, я не знаю, будет вариант такой или нет. Короче, всем спасибо за просмотр, не забываем. Что, нахуй я эту одежду брал с собой? Не забываем подписываться на канал, если вы это уже сделали. Огромное спасибо, можно меня не прибивать. По ссылке в описании, дискорд-сервер, группа ВК, телеграм-канал, каналы ребят. Всем еще раз спасибо и всем пока-пока.